Че за движуха, пацаны? Курс готовить. Че будем готовить? Пуловчик, пуловчик. Пуловчик? Ну да. Топчик. Ну-ка. Давай, разъеби. Фейл. Да. Перед камерой еще. Ну-ка, давай еще раз. Попробую этот, ну-ка. Ладно, давай я тебя оставлю этот. Может, получится? Ингредиентики. Так. Что нам нужно для пула? Морковча. Морковча. Раз. Угу. Один лучок. Окей. Зачем ты мне это даешь? Мясо? Нет, я не хочу брать. Не знаю, нужно жир убирать. Нет, но я его брала, но говорят, что его нужно оставить. Да нахер жир вообще, пошел в жопу. Вот, кстати, у ребят все получилось. Ну, а я, как всегда, ничего не делаю. Я сюда приезжаю. Просто чилить. Я только бэкроллы делаю, да, рейли. Ой, чё он делает? Банч! Это Диман. Диман оператор. Файл короткий. А? Короткий файл. Короткий вообще. Как я приоткал? Вообще чувак умирает. Глеб, ты там нахрена доску поворачиваешь? А? Да, так проще заходить. Ну ты же притапливаешься и падаешь. Ладно, давай следующий сет на длинном фале попробуем. Стал, бля, хули не катаюсь. Да нет, давай на длинном попробуем. Мне кажется, это из-за этого. Да, давай на длинном. Сейчас на тебя посмотрим. Все, поехали. Вот, смотри, на длинном как пацаны катаются. Да, у меня профессия такая. Как этот, мы фал удлиняем, чтобы люди видосик посмотрели, и каждый сам такой приходил и сам себе делал, как ему удлинить, а как ему укоротить. Оп, 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 петелька такая вышла отсюда и вниз. Херак, и здесь зацепилась. Оу, что он вытворяет вообще, а? Вот оно как. Сегодня вот как раз день для бэкроллов. Сегодня наконец-то у нас Альберт дал слово, дал зуб, дал все на свете свое, чтобы сделать бэкролл. Смотрите, через 3 года. Давай, фейл. Давай, упади специально, нам для видео давай, надо. Давай. Давай, поехали. Не упал, такой козел вообще. Есть люди, которые портят, да, кадр? Да, конечно, ты стараешься, достаешь. Да, Hero... тратишь пленку. Пленку, достаешь Hero 4, заряжаешь ее. Ну. А тут чувак просто берет и не падает. И едет нормально. Косяк. Мясо, лук, как вы видите, у нас уже в кастрюле с маслом. Вот морковку добавили, да? Оранжевую. Угу. Мяско лимонное рядом с мясом. Угу. Беленький это лук. Вон он, а чё? Сколько ждем сейчас? Сколько надо? Час, наверное, будет. Вот так вот, да? Помешивать. Это мои нежные, теплые руки. До сих пор, что ли? Я просто удовольствие от этого получаю. Сколько можно уже? 3 часа прошло. Чай, да? Рис хуярим? Я не знаю, давайте. Итак, пришло время хуярить рис. А что, рис уже закладывать? Засыпи крышкой, накрой просто без воды. В смысле? Слушай, а почему вы вообще решили, что ты умеешь готовить? Я снимаю. Я снимаю. Если кто знает, как правильно готовить рис, напишите, пожалуйста, Глебу. Он просто, кажется, мне этот плов испортит. Сколько, говорит, держать надо так? Пока плов не приготовится. Ну все, понятно. Так, тебе сейчас надо упасть. Ага, все, договорились. И типа это не спланировано, короче, будет. Я постараюсь. Готов падать? Готов! Нет, не падать. Все, давай. Давай, поехали. Не бессеменно! Катя, не заколола это зрелье! Да! Тоже посередине, да? Придется сверлить. Блять, я это не снял. Их, а? Сука. Ты заснял? Нет! Типа эту хуйню добавляем, когда мясо жарится. Блять, где вы были, ебаный урод? Я катался. Держи. Нет, держи просто, перехвати сверху.
Да, да, да. Я не перехвачу так. Поставь ее просто, да. Держи, говорит. Не, мы сейчас не испортим? Не, нормально все. Давай, где? Бля, еще он виноват, короче. Прям всю? Чуваки первый раз готовят плов. Это лучше, чем вообще без этого. Прям всю? Ребята, если вы никогда не готовили плов, делайте такое ебало, кого-то вы готовили. Да, лучше просто вообще не хватать за эту хуйню, блядь. Не, кстати, пахнет приятно. Имеется в виду консистенция нет. Такая. А что ты не ешь, ешь? Тебе что, не нравится? Поел я, поел. Когда приготовится. Все равно вкуснее. А то вдруг я еще фильма не дождусь. Плов не от слов. Вкусно? Мало соли. Много перца. Соли мало, много перца. Слышал? Нахуя я дал таким рецензентам? Херня ваша. Ну отпусти рыбку, а. Нет, у меня кошка дома голодная. Вот от нее я этого не ожидал. Ну ты поняла, да, как бэкролл делать? Я тебе объяснил все примерно. Сразу просто отводишь ногу. Ага. Кто главный номинант? Дэн, покажешь швабру? Дай. Как так резко? Дай сюда, а? Нет, кошки. Выйди, отпусти. Отпусти. Отпусти меня. Отпусти, она шипала. Обкакалась. Нафига? Это был полет рыбки. Рыбу надо ловить и отпускать. Слушай, а где хлеб? Хлеб Саша взял, рыбу ловит. Еще где там? Как ты так быстро ловишь, а? Иди сюда. Сразу банку, кильки, автомат туда, и все, сразу видишь. Ну, Саша! Охренеть! Ну, Саша! Отпусти рыбу! Отпусти! Ну, Саша, не выкидывай! Ничего себе, вот это полет! А че он такой маленький? Попробовать. За следующий раз, когда я поймаю рыбу. Да. Ох, блин. Надо было все-таки его снять. Хрен тебе, не было швабры. А мы на камере скажем, что была. Была швабра. Опять вот я снимал кроша. Тогда я не снял, как Глеб падал. Сейчас я не снял, как Дэн упал. Ты по-любому больше поймал, Саш. Ох, вот. Я же говорю. Поймал, а? Ну что, ставки давайте, дамы и господа. Кто кого. За яйца хватай. Давай. О, давай, давай, давай. Почти, почти, но... Не дорос. Не дорос, все, ну. Так, опасно, опасно. Давай, захват. Так, и вот он, захват. Все. Так, следующий раунд. Опа. Давай, 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 давай. Собрались кинчик смотреть. Смотрят мой канал. Че, как круто? Ничего не меняется у тебя. Да, да, круто, спасибо, вообще классно. Спасибо, ребят, вы крутые. Вау. Ты не смотри на свет просто. Я буду так ходить просто, да, и снимать всех. Так, вот так лучше видно. Вот, ну давайте поаплодируем и сделаем открытие такое небольшое. Вот, и давайте приступим к главному, выберем на сегодняшний день фильм. У нас верхние люди проголосовали за Алиту, боевой ангел, который недавно показывали. Вот, и еще у нас какие фильмы есть, Эмиль? Ой, там много. Или можем продолжить смотреть Чигирял. Не, нахер. Пацаны готовят полотно. Ой,
круто. Молодцы, ребята. Check it out.